Как сохранить мир во всем мире и какова роль Казахстана в условиях глобальных конфликтов и напряженности? Геополитические, экономические и стратегические аспекты взаимодействия стран обсудили сегодня эксперты на международном форуме в столице. Первый Астана Think Tank Forum 2024 посвящен роли средних держав в меняющемся глобальном порядке. Организатор мероприятия – Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан. Подробности у Розы Саткановой. Астана вновь стала центром притяжения международного сообщества, на этот раз исследовательско-аналитического. Десятки участников, около 22 стран, принимают участие в международном форуме, где обсуждают роль средних держав. Повестка средних держав впервые обсуждается в таком масштабном формате. Двухдневный форум начался с сессии, посвященной основам дипломатии средних держав. Участники дискуссии, среди которых руководители ведущих зарубежных и казахстанских аналитических центров, исследователи, эксперты и дипломаты, обсудили стратегическую и дипломатическую роль, которую играют средние державы в современном глобальном мире, и искали пути решения самых сложных международных вопросов. Что такое средние державы в современном мире? Это страны, которые обладают достаточно высоким потенциалом экономического развития, рассматриваются как такие своего рода медиаторы международного диалога, которые и продвигают свою повестку. У Казахстана есть уже нарощенный потенциал предлагать свои инициативы на международной арене. Is playing a very important role. Начиная с пандемии COVID-19, конфликтов между разными странами, Казахстан играет важную роль в сохранении стабильной обстановки как в Центральной Азии, так и на территории всей Евразии. Специальный советник по геополитике из Франции Мишель Дюко в своем выступлении отметил, что средние державы становятся все значимыми. По мнению экспертов, у последних сейчас есть реальная возможность усилить свою роль на международной арене. Большим вызовом для средних держав выступает способность к установлению мира и стабилизации ситуации в ближайшем будущем. К примеру, особый интерес для моей страны и других государств представляют вопросы реформирования Совета Безопасности ООН. Но, как мне кажется, сложно работать, если не будет сформирована единая платформа для средних держав. Причем это касается как стран глобального юга, так и глобального севера. Это очень интересный форум. Для нас на будущее соглашение и связи между Казахстаном и Венесуэлой. Мы очень много работаем, сфера не только дипломатическая сфера, и какие перспективы будут. Несмотря на геополитическую турбулентность во всем мире, наши внешнеполитические принципы остаются неизменными, отметили отечественные дипломаты. Казахстан придерживается ключевых принципов многовекторной политики, баланса и защиты национальных интересов. Казахстан, как средняя держава, она аккредитовала одну роту миротворцев по линии ООН. И сейчас наши казахстанцы находятся и в Ливане. Уже сегодня мы делаем какую-то историю, мы там, мы присутствуем, мы фасилитируем этот мир, мы заявляем, что мы не принимаем сторону ничью, нам важно сохранить отношения со всеми сторонами там, но мы также против эскалации конфликта. Также участники затронули темы глобальной энергетической безопасности, ключевых торговых и транспортных коридоров и их влияние на экономическое развитие стран, обеспечение стабильности и безопасности. Роза Сатканова, Рызбек Сагантаев, Хабар.